Россияне, вы все вместе с Путиным продаете свою Россию, свою матушку. Кто вас уполномачивал это делать? Вы гребаные недорюриковичи, вы банда КГБшников вместе со своей путятиной. Это огромный стыд и позор для всего вот этого конгломерата, для России. Кто был рабом, кто хозяином, барином, пофигу. Вы ее продаете в утиль. И самое паскудное и противное для вас же, потому что ну, идиотизм в этом принципе и заключается. Потому что вы ее продаете худшим, вы ее продаете Китаю, который будет вас, женщин российских, потом придерживал, использовал, да и мужиков тоже как осеменителей. Для европеизации, европеизирования китайской нации. Ну, чтобы она красивее ставала. Сращивание. И все. Ну и из Бухарика у вас будут в лагерях, обозах концентрационных делать подобие рабов. Пусть вы будете лучше рабами, пахарями, бурлаками, как и при царе, нежели простыми бухариками издыхать. Вот такое будущее вас ожидает. Нет, чтобы хотя бы сдать эту часть России для Америки и остаться в ней, и остаться, ну, не моноэтничным, ну, хотя бы, ну, не там, нельзя так говорить, там, белым, не белым, сейчас все сильно помешано, но хоть как-то европеизированным лицом этой планеты. Нет. Это просто капец. Это просто возмутительно и недопустимо. Мы несем ответственности, и я ответственно за это заявляю, как потомок земли Руси, матери всех городов русских, Руси Киевской, это недопустимо. Схомыниться, вы отождествляете собой подлость и ничтожество на этой карте планеты. Вы просто должны признать, что вы обесрались и испугались Китая. И вы теперь, чтобы скомпенсировать свой стыд, позор и ничтожество, вы вместе со своим путишным завладеваете Крымом, Донбассом, чтобы как бы миру, какому миру, цивилизационному миру вы хотите вот таким образом что-то демонстрировать? Или той Европы, которая загадила себя ЛГБТшей, которую лечить надо христианством, помогать ей? Нет, вы только ее пугаете, пугаете, а сами от испуга элементарного человеческого, как чмошники, всрались в Китай и пускаете его с этими базами со своими, с грязной со своей промышленностью, производством грязным, на свои терены. А ведь Россия это треть, не четверть, треть потомков с Украины. Это Тюмень, Сибирь, это польская и украинская. Мы не можем вам, имбецилам путиновским, позволить на то, чтобы вы гадили, загаживали наши духовные и этнические территории. Духовные, потому что там христиане, а это есть духовность. Короче, кровью святой братьев своих украинцев, белорусов, Путин и не только, его гребаные коммунистические упыри осквернили отечество российское. Не будем говорить русское, потому что это очень-очень спорное понятие. Откуда и что раньше было и произошло и влилось, что из чего. И то, что Украина и Беларусь побежала от коммуняцкого, а также от царского идиотического ига, это вина, прежде всего, этого ига царского и коммунистического. А не якобы старший брат хочет посмирить, усмирить младшего брата в чем-то, что он не хочет быть мразью, холопом и идиотом, еще не узкоглазым, но уже узкотупоумным, как большая часть России, которая не может быть суверенной территорией, потому что она обисрана таким обисранным диктатором, диктаторишком Путиным. И это стыд и позор для всей России.
То есть это практически ваша вина, ваш генетический комплекс неполноценности, носильщик портфелей, Собчаку и т.д. Путин, потому что он проводит ту же самую политику, примитивнейшую, которую проводила КГБ при самом отстойном периоде Совка, застоем. Это тот период, от которого идет распад чего-либо. Так вот, он руководствуется теми же методами, которыми руководствовался КГБшный совок, но который распался. И нормальному человеку нужно взять оттуда науку какую-то, хоть какую-то консеквенцию оттуда вытащить, что раз оно развалилось, значит, так, как оно действовало, больше, дальше нельзя так, такими методами действовать. То есть, оно уже не льется, та былая мощь СССР. Потому что ее уже там нету. Она уже сожрала ножки Буша и подтвердила свой статус конченного упадка совка, который рано или поздно должен был развалиться, лучше бы раньше, тогда, когда в 80-х началось повстание в Польше солидарности. Но он встряхивает, а оно не льется. И он встряхивает еще сильнее и сильнее, а оно сильнее не льется, закупоривается, потому что все уже, надо по-новому все с белого чистого листа начинать, а у него нет мозгов, потому что он КГБшник, он грузчик и носитель чемоданов. На большее он не способен, а вы вместе с ним такие же, и вы позорите эту Россию. Да, естественно, мы во многом тоже в чем виноваты. Потому что не смогли удержать более-менее нормальную власть, но очень слабовольную, слабодушную власть. Виноваты в Ющенко, который отпустил страну и отдал в руки, в опопрание, всю власть воровские ручки, шаловливые уркогатины Януковича. После чего ослабла полностью милитарная составляющая. Да, в этом виновата Украина. И она этим расплачивалась. И будет расплачиваться своей кровью украинской. Но что касается вас, там вас никто, ничто не услышит и не увидит. Вы будете как грязь невидимая, как роса, растаявшая на солнце. Вы пыль на карте будете. Вы, кроме того, что были узкоумные, то теперь еще плюс к этому станете узкоглазые и узкоумные под владением Китая, китайской свободной коммунистической партии. И почему так Европа слаба была и остается, и Украина тоже? Потому что не может ни Европа, ни Украина пожертвовать собою, жизнями своих граждан, один-два парочку, несколько парочек миллионов своих сограждан. А Китай может. И потому он так дерзок и так может сильно напирать на ту же самую Россию. Может ли Россия пожертвовать после того, как она опустила, попятилась, оставила ископаемые территории свои для Китая. И теперь это перейдет со временем под юрисдикцию Китая. И вы вместе с этим Китаем останетесь также китаёзы. И через вас китайцы европеизируются, но останутся такими же коммунистами, такими же китайцами. И вы останетесь в той юрисдикции, в которой 1, 2, 5, 10, 100 миллионов граждан – это пыль, это ничто. Они могут этими гражданами угрожать кому угодно. Кто угодно скинет на них 2, 3, 5 бомб атомных, они ответят примерно так же. Но несоизмеримы будут потери европейской духовной христианской людности, интеллигенции и ихнего, то, что они не считают своих граждан за индивидуальных, за индивиды, за людей, а просто считают как биопыль. Это несоизмеримо. И вы войдете в эту структуру. Я же говорю, лучше бы уже войти в американскую структуру, там, где демократия, постулаты, на долларе записано. In God we trust, хотя бы. И то, что вам, россиянам, пела псевдопатриотические песни, вот эта прокладка путиновская,
этот Никита Михалков сделал фильмец он о том, как Китай нападает на Россию. Это несколько лет тому назад. И что? Что изменилось? Почему он с этим фильмом не бегает по ООН, по другим организациям, не бегает в двери, не стучит, не ломится к Путину, кричит: «Шо ж ты, сукин сын, ты гребаный носильщик Собчака, шо ж ты сделал с матушкой России? Китай ее захватывает. Теперь они будут китаёзы, а не христиане, а не православные, а не славяне». И где этот Михалков? Он дальше проводит смердячую, ганебную политику, вот эту путятишну, которая разбирает Россию, которая... Путин поворачивается боком сразу, когда чувствует, что ему втоварят. Он боится, он отворачивается. Ну да, страшно, ничего не поделаешь. Инстинкты детства руководят им больше, а значит и Россией. Вот эти комплексы неполноценности, инстинкты им больше руководят, потому что он больше кидается, накидывается, показывает свой петушиный хонор. Перед кем? Перед Ангелой Меркель, да, там, перед Макронами и тому подобное. Ну, такие европеизированные чушечки. Интеллигентиком, богатым, там, где можно и потрепать, и копеечку с него поиметь, еще повыпендриваться перед своими, превратить из газа, который принадлежит и нефти, россиянам, ну, нормальным россиянам, не гнидам, естественно, не ворам. Для цивилизации христианской он принадлежит, этот газ, Богом, данный нам газ через Иисуса Христа, он принадлежит христианам, ну, всем принадлежит, ну, в том числе и христианам. Он же ж поставил наместников христиан там, так, в России, быть над этим газом. А что они творят на этих территориях? Они дают газ смердячему Путину, который в крови втаптывает Донбасс, Крым забирает. Нафиг он ему нужен, этот Крым? База там свои сделает. Да нафига там эти базы? Короче, капец полный. И Россия, смотрю, низко очень упала. Не то, что там в духовном, какое духовное развитие с Гундяевым. Побойтесь Бога. А упала прежде всего в интеллекте. Хотя бы в логическом размышлении, в умышлении всего этого. Я не говорю там о Москве. Это отдельный конгломерат России. Я говорю о той России, которая принадлежит прежде всего Святой Руси Киевской, матери городов русских. Это Сибирь, Тюмень. Там, где, ну, я еще пару слов скажу просто за, как от имени Польши, что и части Польши там есть, в этой России. И поэтому и не мы, и не поляки не можем позволить такого, чтобы там этнические украинцы и поляки перешли под юрисдикцию Китая. Вот и все. Этого не хотят ни украинцы, ни поляки. Но это голос в никуда. Потому что и сами, и россияне, и этнические, и неэтнические, и переэтнические, и мовы, языка там давно уже нет украинского, естественно. Говор какой-то еще остался, может быть, в Сибири. Они ничего не могут сделать. Они не могут собой совладать. Хотя их миллионы, а кучка казнокрадов только в Москве, несколько сотен олигархов. Потому что вся эта гребань олигархическая держит как спрут мафиозный в страхе всех, в страхе, в алкоголизме, в дегенератизме всех россиян, которые не ответственны не то, что там перед собой, перед своей семьей, чтобы не бухать, чтобы бабы не шли к китайцам, и те же самые мужики не шли к блядям своим, а шли к китайкам и не хвалили их, а чтобы шли к своим. И так можно еще часами рассуждать и рассуждать. Короче, побойтесь Бога, россияне, и схаменыться на защиту. Люди, близкие к российско-китайским официальным переговорам, в один голос повторяют в последнее время, что китайцы все меньше утруждают себя необходимостью притворяться и что-либо изображать. Они относятся к заискивающей перед ними российской клептократии и ее вождям с презрением и уже не стесняются выражать это чувство публично. Сегодня Россия в глазах Китая лишилась статуса. Московия возвращается в родную гавань, Золотую Орду, империю династии Юань, где и сформировались ее традиционные духовные скрепы. Масштабные задачи, поставленные императором Мао в ходе его исторического визита к Белому царю зимой 49-50 года прошлого века, практически выполнены. Доктринальные установки военных теоретиков КНР включают понятие жизненного пространства, которое, как те полагают,
используется для обеспечения безопасности, жизнедеятельности и развития страны и для сильных держав далеко выходит за рамки их государственных границ. А стратегические границы жизненного пространства должны перемещаться по мере роста комплексной мощи государства. Кстати, не с этой ли доктриной списана кремлевская внешнеполитическая концепция зоны привилегированных интересов России? Так, знаете ли, приятно, вставая с колен, порассуждать о территориях своих соседей как о зоне своих привилегированных интересов. А каково самим почувствовать себя на чьей-то зоне, если этот кто-то, обладающий второй экономикой мира, многомиллионной армией, заточенной на глубокие сухопутные наступательные операции, и серьезным ракетно-ядерным потенциалом? Нет, не прямыми военными действиями, разумеется, а исключительно в духе Сун Цзы эффективный контроль, осуществляемый в течение продолжительного времени над стратегическим районом, который находится за пределами географических границ, в конечном итоге приведет к переносу географических границ. Кремлевская клептократия выдала китайским компаниям десятки лицензий на долгосрочную разработку природных месторождений полезных ископаемых, из которых в Китае будет налажено производство железа, меди, молибдена, золота, сульмы, титана, ванадия, серебра, германия, олова и прочего. Китай строит перерабатывающие производства и на российской территории, если на них заняты китайские рабочие. Примерно по такой же схеме Китай заключил в последние годы целый ряд соглашений с африканскими диктаторами. Правда, в Африке соглашениями предусматривалось создание гораздо большего числа рабочих мест для туземцев. В Китае была создана специальная госкомпания для инвестиций в сельскохозяйственное производство, предполагающих аренду, скупку земли в России. В распоряжение КНР предоставлены огромные лесные и водные, Северное море, ресурсы Сибири и Дальнего Востока. Собственно, Китай получил все, что ему сегодня необходимо для переваривания в течение продолжительного времени стратегического района, который находится за пределами географических границ. За повторной лицензией он уже не придет. Отныне игра будет вестись исключительно по китайским правилам. Секрет успеха по-китайски – понять психологию другого, подчинить его волю, использовать в своих интересах его комплексы. Опереться на абсолютный цинизм и безответственность путинской клептократии, последней генерации советской коммунистической номенклатуры, финального продукта процесса ее вырождения. Это блистательная стратегическая победа, одержанная в классических традициях китайского военного искусства без обнажения меча, без единого выстрела. Достаточно распространенным является убеждение в том, что ядерный потенциал России полностью нивелирует превосходство КНР на конвенциональном уровне. Это не так. Порог неприемлемого ущерба для Китая несравненно выше, чем для развитых постиндустриальных стран и России. Этот трудноформализуемый параметр является производным не от характеристик систем вооружений, а от цивилизационного типа общества, от ценности человеческой жизни в той или иной культуре. А так как ядерная стратегия – это больше, чем наполовину психология, то преимущество в этом психологическом поединке может оказаться не у той стороны, которая обладает более совершенным ядерным арсеналом, а у той, чья культура более терпима к масштабным человеческим потерям. Если в этом ракурсе взглянуть на потенциальный российско-китайский военный конфликт, то придется отказаться от иллюзорного представления о том, что угроза использования тактического ядерного оружия способна сдерживать превосходящие конвенциональные силы противника. Большая готовность к жертвам позволит китайской стороне повысить ставки в этом ядерном покере, ответив на угрозу применения тактического ядерного оружия на поле боя угрозы эскалации ядерного конфликта, например, до уровня обмена ударами ракет средней дальности по городам региона и так далее. Это перед Западом Владимир Путин может, шантажируя, трясти ядерными причиндалами. С Китаем такие приемы не проходят. В сценарии полномасштабного столкновения сегодняшний Китай оказывается противником, впервые в российской военной истории превосходящим РФ на всех уровнях эскалации конфликта. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 70-летняя китайско-российская война, начавшаяся 19 декабря 1949 года, закончилась. Россия потерпела в ней поражение. Пекин не настаивает пока на формальной капитуляции, потому что действующая российская администрация активна, чистосердечно и плодотворно сотрудничает с державой-победительницей, способствуя планомерному расширению жизненного пространства Поднебесной. После неизбежного в исторической перспективе падения путинского режима, либо его гуманитарной эвакуации, некоторые фундаментальные итоги минувшей войны будут юридически зафиксированы. Земли, принадлежавшие Срединной империи согласно Нерчинскому контракту 1689 года, могут быть воссоединены с КНР, остальные территории, входящие в зону жизненных интересов Китая, будут институизированы как дружественные ему субъекты.